Всем привет, дорогие друзья! И в этом видео я вас научу делать вот такой вот мини-настольную катапульту, которая будет стрелять чем угодно, хоть конфетами, хоть пробкой от вина, хоть бумажками, чем угодно. Итак, для того, чтобы сделать вот такую вот мини-катапульту своими руками, нам с вами понадобится 6 шпажек, резинка для денег 3 штуки, либо любая другая резинка рыболовная, или какая у вас есть, клей ПВА, нитка для шитья, мы видим, тонкая. И какая-то маленькая тара, либо пробка, либо спад дезодоранта, либо спад лака для ногтей, что-то вот такое. Либо пробка с бутылки. Берем 3 куска ниточки, ну, любой длины, и складываем наши шпажки вот таким вот образом. Вот так вот. И теперь мы должны их склеить. Склеить здесь, здесь и обмотать это ниткой. Кладываем их вот так вот. Капаем туда немножко клея. Берем нитку и обматываем. Обматываем не в одной стороне, а с разных сторон. И так, и между собой. Шпажку и приклеиваем ее точно так же. Отступаем немножко от края и приматываем ее здесь, а затем здесь. Вот таким вот образом делаем такой вот треугольник. Делать вот такую вот конструкцию. Чтобы такую сделать конструкцию, мы берем 2 шпажки и склеиваем их вот здесь также ниткой между собой, отступая, ну вот мы видим пару сантиметров. Вот мы видим, что у нас получилось. Вот я просто вставил такой вот треугольник, и теперь к этому треугольнику мы с вами приклеиваем еще одну шпажку. Вот так вот. Вот. Берем теперь и приматываем здесь вверху и приклеиваем. Низ пока не трогаем. Что у нас получилось? Теперь мы берем нашу конструкцию и мы ее должны засунуть в наш треугольник и склеить. Вот мы ее засовываем. И теперь мы нашу конструкцию в этих местах берем и склеиваем точно так же ниткой. Конструкция у нас получилась по завершению, и мы ее отправляем на сушку. Повысохла, она вот имеет вот такую форму треугольника. С любой стороны мы можем теперь прикреплять нашу с вами бутылочку, пробочку. Что это у нас будет? Вот у меня такая рюмочка маленькая. Я беру на рюмочку, одеваю резинку, перехлестываю и еще раз одеваю. Вы можете сделать либо так же, либо прикрепить скотчем к пробке, как угодно. Теперь я беру резинку, она двойная для денег, делаю вот такую вот петельку. Оп, вот такую вот. Петелька такая делается просто, вот резинка берется и друг в друга вот одевается. И такую вот петельку я продеваю к вот этой вот резинке, мы вот видим. Одну резинку для денег. Оп. С другой стороны я продеваю другую. И с третьей, вот мы видим как. С третьей я продеваю третью. Теперь одеваю на нашу с вами катапульту. 2 есть и 3. И 3 одел. Все, вот наша с вами мини-настольная катапульта готова. Теперь мы с вами берем, ложим сюда какой-то предмет, бумажечку, что угодно, и можем стрелять. Это было первое видео по изготовлению катапульт. В следующее видео мы будем делать другие катапульты. Будут они здесь у нас оттягиваться, летать будет по-другому. Ну и также, конечно, не будем останавливаться на наших резиномоторных моделях самолетов, вертолетов, машинок и так далее. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и удачных самоделок!